Привет, ютубослушатели, с вами Тарас Юрист на моем канале. Первый город в Украине, который фактически отменил карантин, не будем затягивать, это Черкассы, было принято соответствующее решение их местного городского совета. Тут я могу только, честно сказать, похлопать и сказать, что они большие молодцы, что приняли такое решение. С чем же связано такое решение, друзья мои? Это, естественно, связано с тем, что было значительное количество обращений от бизнеса, и бизнес показывал и говорил то, что мы находимся на грани выживания. Нам надо как-то жить, надо как-то кормить семью, кормить детей. А в этих условиях ужасного этого жесточайшего карантина, когда большая часть бизнеса, кроме крупного, закрыта, людям просто не за что жить, не за что есть. Вообще люди загнаны в такие какие-то нечеловеческие условия. И что же они решили в данном своем решении? Фактически там все отменили. Но давайте я немного более подробно об этом расскажу. Разрешили работать магазинам, продавать непродовольственные товары, сантехнику, книги, мебель, электротовары, цветы, строительные товары. Фактически открыли все магазины. Открыли все мелкие мастерские по ремонту одежды, по ремонту обуви, по всевозможным услугам. Открыли парикмахерские, салоны красоты. Открыли даже салоны, где стригут домашних животных. Салоны ритуальных услуг, проектные организации. Открыли рынки, ярмарки по продаже сельхозпродукции и цветов. Открыли летние площадки ресторанного хозяйства, то есть все кафе, все рестораны, там где на улице можно работать. Открыли городские парки, скверы, аттракционы, все которые расположены в городских парках и скверах. Открыли все объекты спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок. То есть вот эти соревнования, где много людей собирается, нельзя, а тренироваться можно. Просьба к нашему городскому главе. Я знаю, что у меня много зрителей, подписчиков из Одессы. Я это чувствую, потому что каждый день по несколько человек ко мне подходит на улице и здоровается. Друзья, давайте попросим нашего Геннадия Труханова, чтобы он тоже принял такое решение. Чтобы они там собрались с депутатами и приняли такое решение, на котором бы тоже вот так все взяли и открыли. И дали наконец-то людям работать. Дали наконец-то людям дышать. Потому что люди не просят такого чего-то, я не знаю, помощи какой-то у государства, субсидии. Они просто просят, чтобы государство им не мешало, чтобы государство дало возможность бизнесу работать, зарабатывать себе деньги. Плюс это для государства то, что люди платили бы налоги. А сейчас вы понимаете, что многие налоги не платят, многие там прикрылись, закрылись, и то непонятно, что будет после этого карантина. Поэтому, уважаемый Геннадий Труханов, я лично вас очень прошу, и все граждане, я думаю, Одессы, кто со мной солидарен, тоже просят. Напишите об этом в комментариях, если вы согласны, что мы все просим тоже принять такое решение, как в Черкассах открыть весь бизнес Одессы. Друзья, поделитесь данным видео в социальных сетях, чтобы оно набрало, я думаю, побольше просмотров, что может оно действительно до кого-то там дойдет, где-то попадет. Я думаю, я тут все-таки выражаю мнение многих одесситов, многих моих сограждан. А если данный видеоролик понравился вам, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Благодарю за внимание, друзья. Пока-пока-пока.